старый дед, правда? Да дед как дед. Осторожнее, пожалуйста. А вы, Игорь Сергеевич, в Японию надолго? Ну, хотелось бы, конечно, надолго, но эти японцы такие жадные. Я сам, у них денег на экспозицию всего на 2 недели хватило. И потом, Настенька, ну какой я вам Феликсович? Просто Игорь. Ну, это раньше мы были просто Игорь. А теперь куратор международной выставки, такой стремительный карьерный рост. Голова-то мне кружится. Если только от вас. А вы спускайтесь, спускайтесь вниз, у нас здесь все попроще. Что, правда, вот так вот все просто, да? Ну, не так все просто. Если бы вы были директором. Если бы я был директором. А меня вы предлагаете отправить на пенсию? Простите, Ольга Ивановна, я хотела сказать. Я прекрасно поняла, что вы хотели сказать. Но пока директор музея я, и позвольте решать, будет тоже я, кто будет у меня ездить в Японию, а кто для меня сегодня к 3 часам подготовит опись выставки. Это понятно? Понятно, Ольга Ивановна. А вам, Игорь Феликсович, все понятно? У меня есть пара вопросов. Ну, тогда зайдите ко мне в кабинет. Доброе утро. Здравствуйте. У нас на это есть целый вечер. А что, врать будешь? Некому. А почему? Уехала. А почему тогда только вечер? А теща? Теща. А что, теща, врать не надо? Не так изысканно, она мне доверчива. Я? Тебя не проведешь. А Иванова? Что? Иванов Иван Иванович, мой отец, да. И что? Как инсульт? Нет, почему? Почему? Я, конечно, в курсе, просто... А как он? И что, когда его можно забрать? Так скоро? Месяц. Скажите, а завтра я могу его забрать? Скажи, а почему вы на меня так кричите? Я, между прочим, тоже на работе. Да. Ну хорошо, я что-нибудь придумаю. Итак, у нас остался последний вопрос. Неприятный вопрос. По перерасходу средств на объекте. Я бы хотел послушать нашего главбуха по этому поводу. Как вы такое допустили, Борис Михайлович? Ну, видите ли, в этом месяце по этому объекту у нас ведь почти... Это у кого там личная жизнь мешает общему делу? Извините, Владимир Георгиевич. Продолжайте. Мне казалось бы, что... Я просто не понимаю, чем можно таким заниматься, чтобы не ответить родной сестре. И вечер жалко. Непонятно, когда все так удачно сложится. Отец еще этот... 15 лет ни слуху, ни духу, а тут... объявился. В начале месяца, что мог бы складываться. Что же это такое? Простите, как вас там? Это Иванов, наш ведущий бухгалтер, экономист. Он как раз и занимался сметой этого неблагополучного объекта. Ну, теперь я понимаю, почему у вас проблемы на объекте. Потому что вы на работе, черт знает, чем занимаетесь! Я бы не стал бы так обобщать, Владимир Георгиевич. А Петр Иванович, да? Может быть, вы объясните нам, а в чем причина, извините, вот, сказать... Перерасхода? Да. Я объясню, да, там все просто. Дело в том, что утеплитель, который был в предыдущей смете, его перестали выпускать, а новый он стоит значительно дороже. Вы были в курсе? Нет. Как нет? Я же вам докладывал. А надо было не докладывать Ивану, а выполнять свои служебные обязанности. Ну так я ведь вы... Извините. Извинениями здесь вы не обойдетесь, господа бухгалтеры. Рублем будем наказывать! Иванов, вы отвечали за объект? Да, я. Тогда скажите мне, когда будет готов план экономии, чтобы вернуться в смету? Ну, завтра. Как завтра? Завтра. В 10 утра. Меня вполне устраивает.
Все, планерка закончена. Борис Михайлович, простите, я не успею до 10 завтра. Успеешь, Иванов. В конце концов, у нас ненормированный рабочий день. Ну, у меня же это... Что? Да. Вот телефон надо отключать. И тогда внимание привлекать к себе не будешь. И отвлекать тебя будет некому. Работай. Да, Оль, привет. Ну, наконец-то! Что случилось? А ты вообще знаешь, что отец в больнице? Нет. А надо бы. А что с ним? Он как себя чувствует? Нормально он себя чувствует. Выписывают. Его уже как раз сегодня забрать надо. Не, ну слушай, я сегодня не могу, у меня смета. А у меня, между прочим, сегодня очень важное совещание. Ну скажи, а что ты мне предлагаешь? Отца на электричке? Его мотаракан вести? У тебя все-таки машина. Ну, ты ведь тоже, Оль, на машине. Я ее разбила, Петя. Она в сервисе. Ну и потом вы с отцом как-то все-таки были ближе. Я никогда с ним не был ближе. И видел я его последний раз тогда же, когда и ты, на годовщине смерти матери. Ну и прекрасно. Будет о чем поговорить. Все, Петь, договорились, да? Жене привет передавай. Фридюша, вечер свободен. Слушайте, это что? Что ему столько таблеток нужно пить? Вы вообще уверены, что вы его не рано выписали-то? Ему теперь сколько жить, столько и долечиваться. Ну, залетная! Давай прокати меня напоследок с ветерком! Начинаем парад веселых паралитиков под названием... А что, достал он вас здесь? Да нет, он веселый. Вам с ним тоже, небось, не скучно. Да нам без него не скучно. Весело тебе, ополдень. Смотри, не обделайся со смеха. Здорово, Петька! Здравствуй, папа, как здоровье? Нормально. Вот, получите. Ой-ой-ой, как же это я пропустил. Такие выдающиеся медицинские принадлежности. Пап, тебе вообще не стыдно, а? А чем мне стыдиться? Это комплимент. Ой, извините. Вот ты лучше скажи, где ты шлялся. Тут выписывают сразу после обеда. Я целых 3 часа лишних сидел здесь. Дембелем. Пап, слушай, не кричи, мы же все-таки в больнице. Да, ты заметил? Пап, все, давай, освобождай транспорт, дальше ножками. Нет, своими ножками это уже в следующей жизни. Как в следующей жизни? Лифт только для пенсионеров и инвалидов. Пап, ты куда? Куда надо? Догоняйся, Симон! А это что, с ним надолго, что ли? Ну, кто же знает, инсульт – дело не шуточное. Может, завтра побежит, а может, и никогда. Как никогда? А Ольга что, не пришла? Она это, в музее там своем, на заседании, что ли? А, кто бы сомневался. Все задницу на этих заседаниях отсидел. Ну, что ты там возишься? Да сейчас. Хорошо, упаковали. Да и еле влезла ж такая. Да. А теперь доставайте. В смысле? Коляска больничная. Эх. Да ё. Вам только волю дай. Вы последний из больницы вытащите. Ну что там вас тащить-то вот? О, бессовестный. Извините, ради бога. Чё ты мне, папа, не сказал-то, что это... Ты вообще полный келдыш. Откуда я знал, что ты там пакуешь? Вообще, может быть, ты ее купил, тебе подарили, может быть. Господи, пап, как ты живешь? Нормально живу, как все люди живут. Мы же Ивановы. Забыл, что ли? Че тебя твоя Дусь-то не забрала? А что тебе, Дусь? Это моя проблема. Да я знаю, что это твоя проблема. Она вообще ждет тебя? А как же? В квартире сидит, небось. Она ж там прописана. Сейчас, пап, прости. Да, Ксюшенька. Все нормально. Забрал, да. Везу. Почему к нам? К нему везу. Ксюш, я не успею в магазин. Мне еще за город, потом обратно. Потом мне еще смету надо переправлять сегодня. Ну,
Ксюшин. Ладно, хорошо, я зайду в магазин. Да помню я, что нужно купить. Все, пока. Черт, мы поедем когда-нибудь сегодня, а? Ну что ты психуешь-то, Петь? Едем все-таки, медленно, но едем, радоваться надо. Пап, чего мне радоваться? У меня еще дел куча, мне надо смету переправлять, магазин, дети. Это все твои дела, они там в телефоне, а мы вот здесь, сейчас. Ты давно вот так вот с отцом-то ехал вместе долго? Давно. А это, между прочим, повод. Тебе разве можно? Ты мой анализ видел? Папа, это не анализ, а анамнез называется. Неважно. Там черным по белому написано, что если очень хочется, то обязательно надо выпить. А иначе кардык необоснованный и скоропостижный. Так что сейчас присядем. Пап, ты видишь вообще-то, что я за рулем? Ну, я буду выпивать, а ты любоваться. На сухую, как... как келдыш. Да, Ален. Привет. Что? А почему ты не можешь? Послушай, он твой младший брат. Если тебе наплевать на свое образование, то ему оно точно пригодится. Ну, просто можешь объяснить и иди куда хочешь. Подожди, стой, а куда ты собралась? Мама тебя отпустила? А, нет, тогда не... Подожди, Ален, я тоже никуда... Да что ж такое-то, а? Аленка сейчас сколько? 17. Угу. А Ванька, получается, в каком классе? В 6-м, получается. Тебе-то что? Да. Математикой решил заняться. Нервы успокаивали. Знаешь, с нервами у тебя всегда в порядке было все. Может, я о тебе забочусь? Ваше здоровье? Не поздно ли заботишься-то, а? Давай, доедай быстрее, а? Не могу я быстрее. Когда строили инвалиды, не было такого богатства. Заболел человек, сразу умер. Ключи давай. Да звони дома. Здрасте. Так. Давай. Вам эту рухлядь, то, что он мебелью называет, сейчас выносить? Будете забирать сейчас? Нет? Ну, это не зашло. Эй! Пап, какая мебель? Да, там. В «Газели» все поместится. А, пап, какая «Газель»? Что происходит-то? А что ты ко мне-то? Ты ее спрашиваешь?
Тетя Дуся, откройте, пожалуйста. А я посторонним не открываю. Подождите, как это посторонним? Ну, между прочим, в этой квартире только одна комната вам принадлежит, а две других, они принадлежат моему папе. Уже не принадлежат. Как это? А вот так. Моя эта квартира. Ну, переписал я на нее эти комнаты. Все равно же вместе живем. Вроде меньше платить. Я же не думал, что я инвалидом стану. А вот теперь она, видимо, подсчитала, что на себе на закорках таскать на третий этаж тяжело будет. Знаешь, папа, ты полный келдыш. Это ни на что ничего. Все как-то не так, все как-то не так, по-другому как-то. А что не так? Что по-другому? Мы занимаемся этим уже 3 года. Все было так? Занимаемся. Прости, я не могу подбирать слова, когда у меня там все уже... Когда можно все делать молча. Все из-за отца, да? Почему? Почему из-за отца? Отец... Отец ни при чем. Это я. Размечталась. Просто подумала, что вот он наконец-то вечер, когда не надо никуда спешить. На минутку показалось, что вот она семья, что я хозяйка, что я нужна. И вот он вроде стол. Мужчина, вкусно? Очень вкусно. А все как всегда. Иллюзия, все. Ты чего? Я здесь. Руки грязные. Ничего. Но... Я никуда не уйду. Ты уйдешь. Уйдешь. Не уйду. Уйдешь. Ты уйдешь, потому что так надо. Видишь, какая ты у меня. Все понимаешь. А как же иначе? Ладно, давай, выпьем. Наливай. Тост скажу. Нет, тост скажу я. Давай, Горюш. Выпьем за тебя. За твою счастливую семейную жизнь. Я... Сиди. Здравствуй, дочка. Это что за цирк? Он после инсульта не ходит. А сюда зачем приехали? Жить! Ты кто? В смысле? А при чем тут смысл? Вот я Иван Иванович Иванов. А,
Очень приятно, Иван Иванович. Игорь Феликсович Королёв. А вы Олин папа, да? Я папа. А ты кто? А что с Дусей? Не удалось договориться? У меня не получилось. Зато у тебя прекрасно получилось припереть его ко мне. У меня, между прочим, ответственная работа. Частые командировки, поэтому за парализованным ухаживать мне просто некогда. Оля, вообще-то этот парализованный, это твой отец. Да и твой, между прочим, тоже. Я Игорь Феликсович Королёв. То, что Феликсович, я понял. Здесь ты чего делаешь-то? Я, ну, мы коллеги, я сотрудник по работе. Давно? В смысле? В смысле, давно сотрудничаете? А где ему? Мне его класть, а? А что, в трехкомнатной квартире места нет? Нету! В трехкомнатной квартире, в которой живут 4 человека. В чем мне его, Ваньке, может быть, положить? Проходную комнату на раскладушке или прямо к нам в спальню? А мне-то ты что с ним прикажешь делать? А если Игорь придет? Кто он такой вообще? Это ты, Игорь? Я женщина. И у меня должна быть личная жизнь, а не квартиранты. Ну, а... Предложение тоже сделал. В наше время это как-то совсем не обязательно. Сотрудничать обязательно, а жениться не... Ну, мы это еще не обсуждали. А вот сегодня как раз и обсудим. Так сказать, по-семейному. Не, ну, сегодня уже, наверное, не получится. Времени вон много, поэтому, извините, я пойду. Очень было приятно с вами познакомиться. Вы очень интересный собеседник. Ты куда? Ольга Ивановна, пора. Петр Иванович? Да. Иван Иванович, до свидания. Будь здоров, Феликсович. В смысле? А, ну. Игорь! Игорь! Игорь, пожалуйста, останься, я его сейчас быстренько выпровожу. Ну зачем же? Очень милые люди. А с твоим папой мы вообще почти подружились. Игорь. И потом, пусть быстренько у тебя не получится. Ну, что ты? Наливай. Что ты ему сказал? Ничего не сказал, просто познакомились. А он что, претензии? Нет. Это я в претензии. Я, конечно, понимаю, папа, что ты не совсем здоров. Это очень хорошо, что ты понимаешь. Ты у меня из всех детей самая умная. Папа. А ты самый красивый. А вот овощи надо покупать не мороженые в супермаркете, а на базаре свежие. Ну ничего, теперь приготовлением пищи в этом доме займусь я. Ты что, хочешь у меня остаться? Ну, где же счет? Чего вы переглядываетесь-то? К Петьке я все равно не поеду. У него там все друг у дружки на голове сидят. А здесь простор. А здесь. Давай, Петя, выпьем. Пап, я же за рулем. Ну да, ну тогда за хозяйку. Ну что, споем, Петя, а? Как прежде. Ой, ты, Порушка, параня, ты за что любишь Ивана? Я за то люблю Ивана, что головушка кудрява, что головушка кудрява, бобородка кучерява, что головушка кудрява. Заходи. И дверь прикрой. А что за кипиш, собственно говоря? Сказала, приду в 11, но опоздала чуть-чуть. Час ночи.
Слушай, мам, да, правда, очень поздно. Я спать. А ну-ка, стой. Ну-ка, дыхни. Дыхни, говорю. У тебя какие-то мозги остались? Ты же пьяная. Скажи спасибо, что не беременная. Ты как со мной разговариваешь? Я банку пива выпила. Одну. И то не до конца. Остальное Валерка допил. А может, у нас не дружба? Ты умничаешь. А ты понимаешь, что у тебя полгода до ЕГЭ осталось? Ты что делать собираешься? Мама, то же, что и все. Сдавать, а там уж как получится. Девчонки, слушайте, давайте завтра, а? Ну, вы мне работать мешаете. Золотые слова, папочка, золотые! А мы тебя потревожили? Да. Мы тебе сосредоточиться мешаем? Представь себе, да. И девочка наша устала, и отдохнуть надо, а мне вообще ничего не надо. Я у вас обслуживающий персонал, подай, принеси. Только ты знаешь, Петр Иванович, когда у тебя совершенно неожиданно внучок родится, я посмотрю, как и с кем ты будешь разбираться. А почему внучок? Я, может быть, дочку хочу? Дура. А кто тут рожать-то собирается? Я, Вань. Никто не собирается. Значит так, с сегодняшнего дня из школы прямо домой, а ты на 3 дня без компьютера. Меня-то за что? А не за что! Спокойной ночи. Дура! О, на запах пришла? На звук. Ага. Иван Иванович, что здесь происходит? А происходит здесь приготовление чудо-омлета под названием Ивановский со всеми вытекающими последствиями. Ну, положим, последствия я вижу. Омлет зачем? Кофе мне было бы достаточно. А я считаю, что недостаточно. Женщина в твоем возрасте должна хорошо питаться. Ну, гормоны там всякие. Бестактно напоминать мне о моем возрасте. Твоего присутствия достаточно, папочка. Ну, присутствие лучше, чем отсутствие, если бы не твой характер. То есть в моем характере дело, да? Ну, не в моем же. Получается, это я виновата, что ты 15 лет со мной в молчанку играл. Что тебе плевать было, как и с кем я живу. Ты даже мне тут в голову не пришла позвонить мне или написать что-нибудь на день рождения. Ну, что ты завелась, ну, правда. Ну, такой я. Был. А теперь, если рождение, я всегда поздравлю. А теперь, папочка, не нужно. Теперь я сама. Слушай, ну ладно я. А сын-то тебе чем не угодил? Ты его дочку последний раз в роддоме видел. Ну, положим, и позже видел. Слава богу, хоть Петька жениться догадался. Хотя... Какой он мужик? Так, 3 щепочки сложены, да соперки вложены. Трепишный он какой-то. А в голову не приходило, что это ты в этом виноват? Я? Да я всю жизнь старался из него мужика сделать. Ты перестарался, пап. Обо мне заботиться не нужно. Как-нибудь сама о себе позабочусь. Я тебя очень прошу, ничего не трогать в этом доме. Вкусно. Я же говорю, шедевр. Петя! А? А, доброе утро. Скорее хмурое. Посмеете, напортачили. Мне пришлось всю ночь переделывать. Я тебе хотела сказать, что я на твоей стороне. Я считаю, что это нечестно за чужие ошибки лишать премии. Кого лишать? Тебя. Вчера же еще приказ вывесили. Ты не видел? Как приказ? Я еще в больницу вчера. Всем привет. Доброе утро. Петя, а теперь иди. Thank you.
А, Иванов. Ну что, готова смета? Да, почти. Осталось только распечатать. Я Борис Михайлович. Не-не-не. Борис Михайлович, это я. А ты Иванов. И у тебя на все про все полчаса времени. Ага, ну я думаю, что я к 10 успею. Давай, давай. Борис Михайлович, я по поводу премии. А, ты про это? Ну, надо же кого-то наказывать. Ну да, а почему меня? А меня уже наказывали. Много-много-много раз. А? И все по справедливости. Объект твой? Ну, я ведь докладывал. Извините. Смету! Да, Оля, что тебе опять от меня надо? Петя, ты должен купить ему коляску. Он катается у меня по квартире на кресле. Весь пол исцарапал. Какую коляску? Нужна инвалидная коляска. Ну, я же не знаю даже, где они продаются. Петенька, достаточно того, что он живет у меня. Давай по справедливости. Хорошо, я найду. Эта колясочка, конечно, подороже, но зато она обладает отличными показателями устойчивости, маневренности. Два мотора, опять же. Передний привод. Если у вас есть материальная возможность, я бы рекомендовал именно эту. Петь, у тебя материальные возможности имеются? Нет, два мотора, это, конечно, все здорово. Да. Но, может, есть что-то попроще? Вы имеете в виду подешевле? Не жмотись, Петька! Ну, ладно, а сколько хоть она стоит? А, это... Всего 300 тысяч. Что? 300 тысяч. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Ну, витрина подешевле будет стоить. Смотри, папа! Папа! Тормоза! Ни к черту. Да. Китайский, наверное. На нашего мужика не рассчитано. Папа, ты стоишь? А ты хотел, чтобы лежал? Не дождешься? Пап, ты знаешь, у тебя, по-моему, не с ногами, а с головой проблема. Ты зачем этот балаган с колясками устроил? Ну, весело же. Я смотрю, там в больнице всех инсультиков на колясках катают. Думаю, что я рыжий? Пускай меня покатают. Какого черта я тебя на себе вчера пер? Ну, извини, втянулся. Ну, что ты выступаешь, что я тебя мало в детстве на закорках таскал? На метро тебе. Петь, ты чего? А что здесь происходит? О, дочка. А ты можешь мне объяснить, что это такое? Что это значит? Ты про это? Чудо! Чудо! Вот так сидел, сидел и говорю себе, встань и иди. И встал, и пошел. Представляешь? Ну, про твои гонки с препятствиями я слышал. Ага. Петька доложил. У вас тут сообщение нехорошо, оно важно, как в сосудах. Как же тебе не стыдно-то, пап? А что мне стыдно должно быть? Это тебе должно быть стыдно, что ты не хотела принимать отца инвалида. А теперь я снял с тебя все угрызения совести. Ну, у меня-то с совестью все в порядке. А вот куда твоя подевалась, я никак понять не могу. Ты зачем обои подрал? Ты же обещал ничего не трогать. Ну, обещала. Приехал сюда, посмотрел. Ну, просто нежилое помещение, правда. Мы когда-то с мамой похожие обои все, хватит. Покупали. Не надо. Чего не надо? Про маму не надо говорить. С чего это? Ты что, мне никак не можешь Дусю простить? Не могла. Сейчас я просто не хочу об этом говорить. И, пожалуйста, давай договоримся. Моя квартира – это моя квартира. Ну, и как она будет выглядеть, это мне решать. Твоя, твоя. Никто на нее не покушается. Но если уж нас судьба вместе свела, чего нам? Тем более, что здесь, в доме, мужской руки ты совсем не чувствуешь. И это тоже мое дело! Видел я это твое-мое. Нашла себе сотрудник. Полный келыш. Кто? Вот что он здесь трется? У него жена есть. Надо бы поговорить с ним конкретно.
Даже не думай. Идиотки! Ну вот, родственника ненароком идиотом назвал. В смысле родственника? Так кто его сюда принес? Судьба. Пароход «Жемчужина» отправляется через 10 минут. До причала медный всадник. Ваш билетик. А раньше без билета пускала. Как это? Без билета? Кто пускал? Ольга, ты что ли? А что, так сильно изменилась? Ну, как посмотреть. А что надо-то? Знаете, это вопрос сугубо личного характера. И обсуждать мое семейное положение здесь... Так в другом месте же ты врешь не краснее. Я же тебя спрашивал про отношения. Да, но там это было не совсем уместно. Трифил, ну признайся, Ольга у меня женщина... Видная, но невезучая. Потому что упертая. Это у нее наша, Ивановская. Вот я и вижу, она решила, что ты ей нужен. Да вот видите. А я вижу, что не годишься ты ни по возрасту, ни по бабьему счастью. Я тебе как мужик советую. Бросай ты ее без жалости. Я рад, что вы это понимаете. Но нас с Олей, с Ольгой Ивановной, связывают не только те отношения, но еще и деловые отношения. И бросить сейчас те отношения, это... Ну вот. Да. Подозревал я, что ты дерьмо. Ну, в общем, так. Червь музейный, если я еще раз тебя рядом с Ольгой увижу, жена тебя будет на работу, на закорках таскать. В смысле? В смысле, как меня. До воскрешения! Не тесно? Одной, в трех комнатах. А я гляжу, тебя, Олька, жаба душит. Только я его комнаты на себя насильно не заставляла переписывать. Как же вам не стыдно-то? Ну, вы же вроде с мамой. Подругами были. Вспомнила. Тебе, Олька, обида на отца глаза застит. А ты, прежде чем с ним отношения рвать, в душу бы к нему хоть глянула. Ну, тебе там виднее. Виднее, девушка, виднее. Только я в ЗАГС с ним идти не отказывалась. Так нет, память о жене, видите ли, не позволяла. Так, ну все, хватит. Меня поучать. О, да куда уж мне? Я теперь женщина посторонняя. Вот именно, что посторонняя. И помните, что я этого просто так не оставлю. Да уж помню, помню. Все документы у меня в порядке. Че смотришь? Дай за билет плати мне. Да заплатила уже. Заплатила. Ничего, пришла пора и вам за отцом поухаживать. Не так уж долго ему и осталось. Thank you.
Ольга Ивановна, я хочу, чтобы наши отношения были исключительно служебными. Почему? Потому что я хочу, чтобы все, абсолютно все знали, что моя карьера не зависит от женщины, которая легко может променять истинные чувства на ублажение своих маргинальных и очень навязчивых родственников. Приходил твой папа. Зачем? Он считает, что я сплю с тобой исключительно из карьерных соображений. А ты считаешь, что он ошибается? Вот я так и знал. Я так и знал. Это ты натолкнул его на эти мысли. А что смеешься? Что ты смеешься? Если ты находишь это смешным, то мне это вдвойне неприятно. Слушай, мой папа, он выживший из ума старик. Ну разве можно к его словам относиться серьезно? Ну как ты мог подумать, что я могу обсуждать с ним тебя, нас? А что я должен был подумать? Что я тебя люблю. Мне пора идти. Что, дома заждались? Да, дома. Ну, не бил же я его. Так, припугнул немного. А он что, старика испугался? Ну, так тем более. Нафига тебе этот, Феликсович? Я пыталась тебе объяснить, что моя личная жизнь тебя не касается. А я и не лез в твою личную жизнь. Я ему правду сказал. Правду? А кому она нужна-то, твоя правда? Тебе, Оля. Тебе. Мне? Нет, папа. Мне не правда нужна. Мне семья нужна. Муж и дети. Чтоб было кого встречать, провожать, любить. И чтоб спать было с кем. Да, пап. Мне не стыдно. Совсем не стыдно. Потому что в этом есть моя правда. А не в твоей этой дурацкой справедливости, которую ты мне с детства вдалбливал. Ты что, меня какой-то особенный хотел видеть, да? Ты поэтому перебирал всех, кто рядом со мной оказывался. Учись, дочка, в жизни это главное. Мужики, они никуда не денутся. А они взяли и делись. Ты добился своего. Вот она. Взгляни, посмотри. Вот она, смотри, стоит. Ольга Ивановна Иванова. Борец за справедливость. Гусыня первого разряда, от которой все мужики шарахаются. Ты скажи мне, ты что, действительно думаешь, что я не знаю, а почему, зачем Игорь со мной спит? Глаза мне открыл? Я знаю, пап. Только это мой последний шанс, папочка. Угу. Вполне возможно, что нулевое. Но это придает хоть какой-то смысл моей жизни. Я здесь с какого боку, а? Мы с тобой 15 лет не виделись. Первый раз встретились, можно сказать. И ни одной минуты я об этом не жалею. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Я? Иван Иванов. А ты кто? А я Иван Иванов. Ну, здравствуй, внучек. Здравствуйте, папа.
мне что, тебя привязывать? Ты мне гулять запретила, а я занималась. Я знаю, чем ты там занималась. Дед! Аленка! А ты откуда здесь? Ну, мы теперь с тобой вроде как соседи. Это как? Ну, Иван Иванович у нас теперь живет пока. А, может, вам холодно? Может, вам еще одно одеяло? Не суетись, все будет нормально. А что ты сухомятку-то, а? Давай-ка, мать, чайку нам сделай. Так поздно уже чаи-то распивать. И Алене завтра в школу. Мам, тут такое событие. Дед объявился, а ты в школу. Да. Ну, ладно. Событие. Чтобы это было в последний раз. Поняла? Поняла. Обещаешь? Обещаю. Нехорошо это. А что нехорошо? Обещать заставлять. Угу. Ведь знаешь, что не выполнит, а заставляешь. А получается, что ты ее врать приучаешь. Как-то раньше обходились без ваших советов. У Алены выпускной класс. Учеба, конечно, дело хорошее, но если всю жизнь на потом оставлять, так она и пролетит совершенно не заметишь как. Большой дед вам наш респект. Респект. Ты по-русски начали научись разговаривать, я тебя предупредила. Спокойной ночи. Посуду за собой помой. Ага. Не, дед, ты с такой философией у нас долго не проживешь. Попробовал бы. А ты где полуношничаешь-то? Да есть места. Угу. С пацаном? С пацаном. Вы что, одного парня поделить не можете? Дед, ты откуда такой взялся-то? Ну да. Есть у нас в классе один. Валера. Вот мы его с Маршанской и делим. Ну, а этот Валера твой? Сейчас покажу. О, зацени. Наглый он какой-то. Почему наглый? По-моему, очень красивый. Ну, вот потому и наглый. Знаешь что? Бросай ты этого Валеру Кедрине Фене и экзаменами займись. Понятно. А ты, значит, еще хуже, чем родители. Они хоть не притворяются. А ты, видимо, решил втереться в доверие, чтобы потом эффективнее капать на мозги. Я не в этом смысле. Good night. А посуда? А слуг у нас нет. Чего не спишь? Я это... фонарик искал. Угу. Ну, покажи. О! У меня в детстве тоже был фонарик так. Жучок назывался, маленький такой. Знаешь, так нажимаешь, он светится. Ну, как по принципу динамо-машины. Ладно. Все, спим. Дед, а ты в школе били? Били, но редко. А за что? Ну, за разное. И за девок, а в основном за язык. А тебя? Могут. Понятно. Родители знают? Да ну их. Подниму твой. Потом хоть из школы убеги. А ты знаешь что? Скажи в школе, что к тебе приехал дед. Боксер-тяжеловес. А ты вправду боксер? Да нет, конечно. Тогда не поверят. Если убедительно врать, то поверят. Все, спим. А все-таки хорошо, что ты к нам приехал.
Я только вчера деньги пересчитывала. Сегодня 200 рублей не хватает. Мама, ты чего? У меня счет алиби полный, я в другой комнате ночую. И вообще, 200 рублей – это не деньги. Да? С каких-то пор это для тебя не деньги? Может быть, ты зарабатывать сама начала? Так ты поделись источником. Ксень, ну что ты говоришь? Перестань, а? Скажи, я пойду, мне еще алгебру сдуть надо. Давай-давай, сдувай. Ты на вчера не дозанималась. Значит, ты взял. Кто я? Где я же тебе сам их приношу? Значит, на любовницу. Ксюш, ну какая любовница за 200 рублей? Зачем? Я не знаю, я вчера пересчитывала, тут не хватает 200 рублей. Доброе утро. Привет, пап. Доброе. Сырнички. Будете? Да, с удовольствием. Сметанки? Да, конечно. Иван Иванович, а вы случайно у меня денег не брали? Ксень, ты что такое говоришь, а? Между прочим, до того, как он появился, у нас деньги не пропадали. Это Ванька взял. Это правда, Ваня? Я не брал. Я сам видел. Ночью. Вань, ты что, совсем обалдел? Зачем тебе деньги? Ксень, я думаю, что сейчас надо Ваню отпустить в школу. А вечером мы во всем разберемся. Ваше счастье, что я опаздываю на работу. А в том, что разберемся, можете не сомневаться. И с тем, кто брал, и с тем, кто видел и не остановил. И чтобы после школы сразу домой. Ты мне не дед, ты предатель! Молодяки будет встречать обязательно. Мы с вами потом об этом поговорим. Хорошо. Игорь Феликсович, Королёв, задержитесь на минуточку. Ольга Ивановна, здесь. Дико извиняюсь, но там по японской экспозиции у администратора куча вопросов. Подождёт ваш администратор. Вообще-то я куратор выставки. Я директор музея. Ну что, ты так и будешь от меня бегать? От тебя убежишь. Приходи сегодня вечером. Здравствуйте. Здравствуйте. Оль, по-моему, мы все решили, нет? А что ты так боишься-то? Нету его. Как нету? Где он? Ты его выгнала? Сам ушел. Куда? Да какая разница, куда? Куда ушел? К брату. Оль, ну я не могу. Через неделю Япония. Мне надо побыть с семьей. Все так сложно. Ну, может быть, тогда ты не поедешь в Японию. Не-не-не, вы так не посмеете со мной поступить. Игорь Феликсович, вас администратор ждет. Вы мне нужны. Вот видите. Что, и тут шпионить собираешься? Я и там не шпионил. Сам подставился. Мне, между прочим, тоже не сладко придется. А ты думаешь, мне тебя жалко? Скажешь, как мне тебя? У нас ничья. Кому деньги должен? Да чего одному из 10 класса? Куришь какой-нибудь тут? Нет, ты чего? Ты что, больной, что ли? Просто у нас всегда не обожил. А я ему за месяц должен. А у меня сегодня отсрочка кончилась, так что если денег не будет, бить будет. Ну, это мы еще посмотрим. Ты что, серьезно посмотреть хочешь? Слушай, дед, может, ты меня специально сдал, чтобы посмотреть, как меня бить будут? Если бы я тебя не сдал, ты бы у родителей деньги таскал, пока этот ваш авторитет аттестат не получил бы. Да еще, глядишь, сам кого-нибудь налогом бы обложил. Потому что с крутой горки одна дорога – вниз. А сейчас ты пойдешь и скажешь ему, что ты денег ему не будешь отдавать. Ты представляешь, что там вообще будет? Представляю, да. Алло? Да, это я. Из какой полиции? Иван Петрович?
Это мой сын. Иван Иванович. Это мой отец. Да. Похоже, трактор. Младший начал. А папаша ваш, получается, пострадавший. Разнимал, небось? Тут ему и досталось. Чего же вы тогда его задержали-то? А как же? Порядок? У него документов-то не было. Одна фамилия. Зато какая. На ней вся страна держится. О, я смотрю, пока вы он еле на ногах держитесь. Ладно, распишитесь вот здесь. И забирайте ваших Ивановых. А мама дома? Дома, сынок, дома. Товарищ полковник, а можно мы здесь переночуем, а? Ксения, если не затруднит, соли дай, пожалуйста. Надо бы крест начертить. Чего начертить? Крест, чтобы ссоры не было. Ну, примета такая. За что? Ты что, спрашиваешь? Да получил же уже, бить-то зачем? Ксения, правда. Я, наверное, во всем виновата. А что сейчас виноватых искать? Все получили по заслугам. А я считаю, что не все. Так, ребят, вы поели? Идите к семье, нам поговорить надо. Ален, тебя тоже касается. Я поняла. Только у меня есть заявление. Ален, давай с заявлениями потом. Ну, потом вы все переругаетесь. В общем, я завтра еду к Маршанской на дачу. Светкины родители в курсе, я приеду в воскресенье. Замечательно. То есть можно считать, что мне повезло. Действительно. Завтра едешь на дачу. Только на нашу дачу. Зачем? А потому что давно пора навести порядок там. Перед зимой папе твоему все время некогда. Так пускай папа тогда туда едет. Петя! Так, если вы хотите узнать мое мнение, то давайте мы все сначала успокоимся. Успокоиться? Да как я могу успокоиться, если вы мне сейчас всю жизнь рушите? Я сказала нет. Так как вы меня достали? Так, а мне предложение нравится. Поедем все на природу, все вместе, на рыбалку сходим. А ты, Аленка, иди к себе пока, а то еще наговоришь, сейчас горячат. Да тут ты взялся-то такой, для чего? Чтобы морали читать? Так тут вон своих специалистов достаточно. Алена, ну-ка вышла отсюда, быстро! Ты сейчас не только на дачу, ты дальше своей комнаты никуда не поедешь! А ты, папа, если хочешь с нами... Ну, извини, я не это хотел сказать. Это. Иван Иванович, Алена и Ваня – это наши дети. И мы с вами разберемся, что им запрещать, а что разрешать. И до вашего появления у нас с этим проблем не было. Да воспитывайте вы как хотите. Ванька, иди ворот закроем. Ален, ты мне поможешь? Да. Запустил ты дом, Петр Иванович. Подзапустил. Я-то тебе его в полном порядке сдавал. А так смотри, стены обшарпанные, крыльцо прогнило, крышу, небось, тоже не перебирал. А ведь строитель. Пап, тебе сколько раз говорить, я не строитель, я бухгалтер. Ты бухгалтер в строительной фирме. И что? А то, что неприспособленный ты человек. Это же золотое дно. Дед, ты что, воровать предлагаешь? Почему воровать? Просто перераспределять материальный поток. Вань, не слушай, деда, пошли. Хватит нам одного приспособленного. Пошли. Давай, давай.
тебе. Я знаю, у нас очень мало времени. Не получится, Ванюха, рыбалка сегодня. В такую погоду вся рыба по дну ходит. А раньше здесь, знаешь, какой клёв был? О-о-о! Я по 5 килограмм домой приносил. А вот Петьке не везло. Не клевало у него. Ну ты не расстраивайся, дед. Погода будет хорошая, сходим еще на рыбалку. Я не расстраиваюсь. Что? Дело не в рыбе, а в удовольствии. Когда бы мы еще вот так втроем на берегу постояли, а? Посмотри на отца-то. Он только о работе думает. Зато ты у нас всю жизнь про удовольствие только и думаешь. Я о нем, Петя, не думаю. Я живу с удовольствием. И тебя, дурака, пытался научить. Вань! Ваня! Пойдем, замерзнешь совсем. Давай, давай. Пап, пошли тоже, простудишься еще. Одевайся, поехали. Куда? К Маршанской на дачу. Никто ничего не заметит. К утру вернемся. Так электрички уже не ходят. Машины ездят. Эй, вы чего? Вы куда? Это мы снимемся тебе. Спи. Дед, а ты что меня подвезти-то решил? Тебе же Валерка не нравился. С любовью, Аленка, особенно с первой, надо быть осторожным. Она, конечно, пройти может быстро, ты не заметишь. Но, с другой стороны, и отдавать ее просто так никому нельзя. Может, в привычку войти. Так что поехали твоей Светке глаза выцарапывать. Открывай ворота. Ох уж им влетит. Дед, а старость это как? А никак. Вот так живешь, живешь, и все вокруг старше тебя. А потом вдруг раз, и все младше. Дед, у тебя права-то есть? Разберемся. Да, алло. Да, это я. Да. А что случилось? Ясно. Я сейчас приеду, сейчас. Они тебе на работе совсем, что ли, озверели? Это не с работы. А откуда?
из полиции. Петя? Что случилось? Просто дед с Аленой машину угнали. Чью? Слава богу, мою. Свобода, Аленка. Пап, ты куда? Выезжайте сами, я прогуляться хочу. Пап, ну у деда прав нет. Ничего, зато дед теперь свой в полиции. Ну что ты цирк-то устраиваешь? Это я устраиваю цирк. Когда ты мне дашь спокойно жить, а? Я думал, это все уже закончилось. Так нет, оно все вернулось. Что вернулось? Да ты вернулся. А? Ты всю жизнь во все дыры лез. Всем свое мнение навязывал. Кем быть, каким быть. И попробуй тебя только не послушаться. Ты же издеваться будешь. Ты человека мог своими дурацкими шутками по стенке размазать. Это я тебя, значит, по стенке размазал, да? Представь себе, да. Ну что он тебе дорогу перешел? Все у тебя в порядке. Семья. Профессия уважаемая. Бухгалтер, экономист. А, и чем же она такая уважаемая? Ну, не знаю, я всю жизнь работал бухгалтером. Мне нравится. Пап, скажи мне, ты что, серьезно думаешь, что я всю жизнь мечтал быть бухгалтером? Не знаю. Вот именно, не знаешь. И не хочешь ничего знать. Потому что все, что не по тебе, ты это... отбрасываешь, как мусор. Да что я отбрасываю-то? Что? Ты хоть знаешь, что я всю жизнь рисовать мечтал? О. Тоже мне мечта. Баловство одно. Вот именно. Баловство. Поэтому и вышел из меня бухгалтер, а не художник. Ага. Дед, ты прав был. Валерка, ты с Маршанской поссорились. А, допер наконец. Келдыш. Ага, Светка дура. Пап. А ты что, реально рисовал? Прикольно. Да, реально. Только вот деду твоему это не нравилось. Я взял все рисунки, порвал. Зря. Я бы не порвала. Дед, а ты-то что такой тормоз был? Лучше быть хорошим бухгалтером, чем хреновым художником. А. Я этот еще раз слышал. Ну, папа, откуда ты знаешь, какой я художник? Папа, ты брось свою бухгалтерию, да возьми что-нибудь и нарисуй. Вон деда, например, нарисуй. А мы посмотрим. А нарисую? Да-да. Нарисую, нарисую. Он недели еще у нас не живет. Уже дважды в полиции побывал. Пусть хоть он сам, но дети-то тут при чем? А что дальше будет? Он же обещал. Что ты молчишь? Да я сказал ему уже все. Эй. Ну что-то же делать надо. Я поговорю с Ольгой, с Дусей. Я не знаю, с кем ты собираешься говорить. С сестрой своей, с чертом, с дьяволом. Но чтобы духа его завтра здесь не было. Ксень, ну не надо крайностей. Ну, может, само все как-то уладится. Нет, Петь, само не уладится. Привет. Привет. Слушай, я не знаю, что делать. Поэтому ты пришел ко мне? Чем дольше он у нас живет, тем все хуже и хуже. Это ты так считаешь, Алексения? Да какая разница, кто так считает? Оля, я понимаю, что это, ну, наверное, не мое дело. Ну, просто папа говорил, что, ну, вы вроде как с Игорем. У меня нормально все с Игорем. Давай больше не будем возвращаться к этому вопросу. Ну что мне его на улицу, что ли, выгонять? Оль, ну как? У меня есть подруга, у которой мать живет в очень хорошем пансионате.
Ты что, ты предлагаешь попадать в дом престарелых? А у тебя были какие-то другие идеи? Нет, других идей не было, но... Ну, как отдать отца в богадельню, ты понимаешь? Может быть, все-таки скинемся, ему какую-нибудь квартиру снимем? Да? А если еще один инсульт? А если паралич по-настоящему? Кто за ним ухаживать-то будет? Задницу ему подтирать? Ксения? А может быть, Аленка с Ванькой? Ты ужасные какие-то вещи говоришь, Оль. Нормальные вещи. Я предлагаю хороший пансионат с приличным питанием, с постоянным медицинским надзором. Поверь мне, папе там будет хорошо. Конечно, хорошо. Вы только не надо сейчас из меня суку делать, которая пытается избавиться от своего отца. Это должно быть наше с тобой решение. Но в конце концов, если существуют такие заведения, значит, это не только наша проблема. А как же Ивановы, на которых все держится? А кто ему об этом скажет? Ты. Я? Ты скажешь. Почему я, Оль? Оль, ну, это же твоя идея. Я думала, что это мы вместе с тобой решили. Но мы же будем его навещать. Здравствуйте, здравствуйте. Вот как чудесненько. Приехали даже раньше, чем договаривались. А вы, я так понимаю, сын? Да, Петр Иванов. А... Ольга Ивановна, здравствуйте. А вот и наш золотой Иван Иванович. Очень приятно лично с вами познакомиться. Меня зовут Елена Александровна. Я главный администратор. Можно сказать, хозяйка этого дома. А, вы хозяйка, я гость. Ну, да. Знакомая ситуация. Дети подросткового возраста имеются? Простите, какие дети? Иван Иванович шутит. А вещи... А с вещами можно не торопиться. Вы машинку отгоните на гостевую стоянку. Здесь нельзя оставлять. Да, хорошо. Ну, а я сейчас проведу вам небольшую экскурсию. Угу. Вот это у нас главное здание. Ага. Здравствуйте! Забыла вас предупредить. У нас тут принято громко здороваться. А вот в этом прекрасном холле у нас проходят маскарады, танцы. Хор? Поем? Слышь, папа, поют. Тебе понравится. Здравствуйте! Продолжим нашу экскурсию. А здесь у нас... Ой, Елена Александровна, еле вас нашел. Большой у вас пансионат. Церковь. А что? Удобно? Ну все. Пойдемте, я вам вашу комнату. Пойдемте. Все, вот так. Ну вот, заходите. Это ваши хоромы. Так, живут здесь по одному, как в Европе. Но если вдвоем, то только по обоюдному желанию. А, то есть, если я захочу бабушку, то, ну, по обоюдному желанию. Личная жизнь наших гостей конфиденциально. Так, здесь у нас кнопка. Угу. Ну, если вдруг что, вызов дежурной медсестры. Угу. Остальное все как обычно. Телевизор, холодильник. Ну как, нравится? Да, отлично все, по-моему. Ну, тогда располагайтесь. Ольга Ивановна, а вы ко мне потом зайдите, чтобы дооформить документы. Матрас пружинистый. Лучше, чем это, ну, на раскладушке. Лучше. Ну, ты как, нормально себя чувствуешь? Да нормально он себя чувствует. Просто освоиться надо немножко, правда, пап?
Тут, я думаю, что фотографии повесим детские. Петр, у тебя найдутся? А, найдутся. Ну да, я красивые рамочки подберу, повесим. Главное, чтобы все как дома было, все будет хорошо. Папа, может, это в магазин сгонять, но все-таки новоселье, повод же. Ты же за рулем. Только обратно я могу сесть. Во, давай. Давай. Не суетись, Петь, все, не надо ничего. Ну чего вы на меня уставились? Шлепайте по своим делам. У вас дел полно, я же знаю. Что? Хороший пансионат. Да заткнись ты, а. Ужинать будешь? Ксения, а где мой мольберт? Краски, кисти, бумага. А зачем тебе? Мама, что с папой? Иди играй. Ничего, иди играй. Ты что ты ищешь? Ой, вчерашний день. Ты все равно не поймешь. Ой. Успокойся, успокойся. Церковь, кнопка для медсестры, матрас с пружинами. Ты думаешь, что я не понимаю, как тебе нелегко петь? Ты тоже, ты должен меня понять. Ну, может быть, со временем, когда... Ну, когда Ванька школу кончит, а Ленка замуж выйдет. Ксюш, не надо. Что сделано, то сделано. Давай сейчас не будем выяснять, кто кому что должен. Так, а краски где мои? Что-то так загрузилось-то. Папашку отправила в пансионат. Ничего. Как по-другому-то? Никак. Расслабься. Ты все сделала правильно. В конце концов, знаешь, что я тебе скажу? Жизнь надо устраивать так, чтобы никто никому не мешал. Или я не прав? Прав. Люди должны быть в первую очередь друг другу полезны. А деда какая польза? Какая польза? Деда. От меня польза есть. Да. Кстати, могу прямо сейчас тебе это доказать. Ну? Ну-ка. Иди сюда. Слушай, а тебя вообще что-нибудь интересует, кроме пользы? Знаешь, я тебе честно скажу, наверное, нет. А что, все остальные интересы, они вторичны. Если на каждую мелочь обращать внимание, это что, жизнь? Не. Так. Суета. Ладно, что. Я смотрю, тебе эти разговоры неинтересны. Давай в следующий раз об этом поговорим. Следующего раза не будет. В смысле? Все, уходи. Навсегда. Нас-то не спросили. Правда, мам. Алена, Ваня, нам так же, как и вам, неприятна эта ситуация. Мы вынуждены были это сделать.
Потом вы столько лет не знали деда, прекрасно без него обходились. А теперь не обойдемся. Наконец-таки в доме появился хотя бы один нормальный человек, с которым можно было бы посоветоваться. С нами нельзя. Извини, мам, но в отличие от тебя, дед нас слушал и понимал. Алена, ты хоть понимаешь, что ты сейчас незаслуженно обижаешь мать? Тебе должно быть стыдно. Нет, это тебе должно быть стыдно. Вы что, реально испугались потерять свой родительский авторитет, да? И знаешь, пап, если тебе не нужен отец, это абсолютно не значит, что нам не нужен дед. Пойдем. Да. Машинку на стояночку поставьте. А ты меня подожди у входа. Евдокия Андреевна? А вы что тут делаете? Вещи собираю. Какие вещи? Ванечкины. А зачем? А где отец? Так его в лазарет везли. Какой лазарет? Палата у них тут специальная есть. А вы откуда знаете? Он мне сам позвонил, ночью еще. Сказал, что очень плохо себя чувствует, чтобы приезжала забирать его. Как забирать? Ты же его выгнала. Я его? Нет, это вы его, ребятки, выгнали. Была я права. Говорила ему. Так не поверил? Так, Евдокия Андреевна, объясните мне, что здесь происходит и где мой отец? Наш отец. Ой, Господи, он последний год совсем сдавать стал. Все мне жаловался. Ой, как я перед ними виноват. Сколько лет не общались. А в больницу слег, ну, совсем скис. Пора, говорит, Дуся, камни собирать. Бред какой-то. Вот и я говорю, что бред. Не примут они тебя. Обид много накопилось. Ой, какие обиды-то? Помолчи, Петя. Помолчи сама. И что? А ничего. Придумал ваш папенька, как сделать так, чтобы вы его к себе взяли. Мол, мириться так легче с вами будет. Нет, ну, я понимаю, отец человек с причудами. А вы-то как на это согласились? А ты ему возражать пробовала? Почему он тогда согласился в пансионат ехать? Проверял вас, ребят, до последнего. Да проверялся. Припозднились вы. Припозднились. Семья, у него никогда и никого, кроме нас, не было. А мы с ним так. Знаешь, что Аленка про деда сказала?
Она сказала, что это не мы ему, а он нам нужен. А ведь действительно, ведь есть такие вещи очень простые, очень банальные, в которые поверишь только, если тебе твой отец родной расскажет. Я Игоря выгнала. Зачем? Ну, потому что отец оказался прав. Слушай, он, кажется, не дышит. Я ж тебе говорил, он полный келдыш. Петька, просто не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, в конце концов, у меня просторнее. И спать папа будет, как нормальный человек. На диване, а не на раскладушке. А что это у меня на раскладушке? А у меня теперь Ванька будет на раскладушке спать, понятно? Все решено. Едем ко мне. Да не поеду я к тебе. Ну, а детям я что скажу? Где дед? Знаешь, как они ждут его? Кстати, а что с Дусей будем делать? Что с Дусей? Ну как что, она с ним сколько лет прожила? Ну, отлично, прожила и все. Теперь папа наш. Теперь у нас все по-другому будет. Правда, папа?